Вы знаете, да, я закончил выступать на этапах у Камир, чемпионатах мира отбираться не буду. Но выступать на каких-то внутренних соревнованиях, российских, любительских, планирую. Так что класть на полку лыжи не собираюсь. Все равно буду дальше тренироваться, выступать на любительских играх, развивать лыжный спорт именно у себя вот в республике. Вы знаете, если заниматься просто развитием лыж в республике, это все равно отнимает какое-то время. Профессиональный спорт требует больших затрат, две тренировки, постоянные сборы, выезды. Не видишься с семьей. Я думаю, что возраст подошел, подошло молодое поколение, подросло. Хорошая замена, где можно спокойно уйти со сборной команды. Наверное, те планы, которые у меня были на чемпионат мира, на Олимпийские игры, я их воплотил. Следующие Олимпийские игры очень ждать долго. Чемпионат мира в этом году вот я выступил. Я думаю, что просто уже профессиональной спортивной своей жизни много чего добился. И, наверное, какого-то большого уже стимула нет.